Я приехал на одну из парковок Нью-Джерси, чтобы заценить БУ автомобили и их цены. На этой парковке много разных марок, много разных моделей автомобилей. Такая Acura, TLS. Шильдик у него вот здесь обычно. Какой-то пацанчик ездил, покрасил диски в черный цвет, убрал шильдик. Но по выхлопу, видите, двойной, с двух сторон выхлоп. И вот такие фары, это TLS. Спортивная версия TL. Светлый салон. Вот там вот видно, что сильно покоцанный салон. И подлокотник покоцанный. Вот эта сама панель вся поцарапанная. Старые мутные фары. Причем вот это нет, это новая фара. А это вся желтая. Тусклая. Ну и на этом автомобиле написано большими буквами, что здесь Special. Они дают на нее скидку. А так цена 14 995, но они на нее еще скидку сделают. V6 3,5 литра, 2007 год. Пятиступенчатый автомат. Автомат с ручным режимом. Вот он, E90 кузов в синем цвете. 15 995, кожа, цвет называется королевский синий. 62 тысячи миль пробег, это сколько? Около 100 тысяч километров. Тоже напишите, дорого это или нет. Дождик еще сильнее становится. Здесь дохрена тачек. Вон там есть E60. Сейчас мы его посмотрим. И вот здесь вот есть коричневый Поршик 9-го года. Каен. Сразу посмотрим, что стоит. 24 995. Большой пробег, 79 774. 4,8 литра, V8. Каен S. Салон красивый. Сиденья такие по-богатому. Нигде ничего не потерто, на первый взгляд. Вот такой вот каенчик. Ну, 24 995. Тоже напишите, дорого это или нет. И пойдем посмотрим E60. Вон Мустанг сначала. Мустанг сейчас я вам покажу. Почем можно в Америке Мустанг взять? Но это обычная версия. Правда, он с откидным верхом. Это не 5-литровый. По-моему, он идет 3,5 литра. Сейчас точно вам скажу. 4-литровый V6. 91 тысяча пробег. 13 995. Что-то как-то дороговато. Пробег серьезный. У него 9-й год. Тачке 6 лет, и это всего лишь Мустанг. В Америке они не вот уж прям ценятся. Так, и прям посмотрим E60. Не самая простая версия. 535 XI. Тоже такой, это черный или темно-синий? Темно-синий цвет. Такая легкая синяя тонировка, серый салон. 3-литровый, 57 тысяч пробег, 8-й год, 18 995. Полный привод, навигация. Ну, здесь все, здесь все есть. Ксеноновые фары. Такая вот тачка. Так, здесь есть Мерин, C-класс, 10-й год. Чарджер. Вот на таких менты в Америке тоже гоняют. Белый цвет. Почем Чарджер? 14 995. 81 тысяча пробега, 3,5 литра V6.
кожаный салон, 15 штук баксов. Вот он, Бамблби проезжает мимо. Но здесь, в принципе, не так много тачек осталось. Самому интересно, сколько стоит вот такой GL, например. Здесь продают пацанские тачки, видите, много автомобилей на черных дисках. Причем часто это покрашенные просто диски. 2008 года. 20 995 долларов. 4,7 литра, V8, 93 тысячи пробег. Вот такой пробег, только спуливать его до сотки. Чё как? Диски чистенькие. Это бабочка. Зеркала сложены. Вон, смотрите, какая бабочка. Такая махина. GL450. Вот это что такое RS? Вот рядом стоит еще один GL450 в белом цвете. Ну а этого зато колхозные диски здоровые. Форджиато. Такой у меня тюнинг. Светлый салон. Блять, GL здоровый, сука, такой здоровый. Он на год младше, он 2009 года. Что стоит? 27 995. Такое же двигло, 4,7 V8. Но у него пробег 77. Почти на 20 тысяч миль, почти на 30 тысяч километров меньше пробег. Но и стоит он дороже. Прилично так, 28 тысяч, да? А этот, по-моему, 21. Да, 7 тысяч разницы между этими двумя. GL-ами. Range Rover. Range Rover Sport 2008 года. 4,2 V8, 80 тысяч пробег, черная, черный цвет, черная кожа. Нет, кожа светлая. 25 995. Тоже он немного заколхожен. Нормасик. Трехлитровая А6. Давайте посмотрим, сколько стоит трехлитровая А6. Тоже колхозные колеса стоят. Красивый салон, такая черно-коричневая кожа. В нормальном состоянии. Морда прикольная. Напоминает А8. 2009 год. Трехлитровый V6 турбо, 74 тысячи пробег, 19 995. Такая вот точила. Так, и последнюю тачку, которую я здесь присмотрел. Вот там, кстати, ML стоит. Сейчас ML посмотрим. X5 вот этот посмотрим. Белый X5. Следов колхоза нету. Тоже какая-то табличка, хотят они его спихнуть. Черный салон. Что по деньгам? 2008 год. 21 995. Трехлитровый, 78 тысяч пробег, 22 тысячи баксов. 2008 года, X5. Так, и пойдем смотреть ML. Черный ML, весь в говне, капот, их не моют, походу, даже. Что еще делать, когда ты тачки продаешь? Пусть они хотя бы будут в идеальном состоянии стоять. ML 350.
он тоже стоит без цены. Тоже, значит, или новый, поэтому не мытый. Или уже продали, похер. Так, ну и последнюю. Все, пацаны, какую-нибудь обычную тачку сейчас посмотрим. Ну пусть даже вот этот вот Cherokee, Grand Cherokee. Одна из недорогих версий. 2011 год, 3,6 литра, обычный двигатель. Пробега на нем почти нет, 28 тысяч пробега. И стоит он 25 тысяч долларов. 25 штук. На передних стеклах тонировка. Сзади, понятно, тонировка. Такая здоровая у него жопа, больше, чем у Cayenne. Но Cayenne ниже. И дешевле, да, по-моему? Этот ровно 25 тысяч, а Cayenne 9-го года, пробег 79, 24, 995. Ну те же 25 тысяч. Вот, пацаны, одинаковая цена на Cayenne 9-го года и на Grand Cherokee 11-го года. Напишите в комментариях, какую тачку вы бы забрали с собой домой. Вот эту или вот эту? Белая или коричневая? Спасибо всем огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, добавляйтесь ВКонтакте. Всем пока, увидимся в следующем видео. Yeah.